дорогие трудящиеся поместники и капиталисты, говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядка, распределить работу, принудить к труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас в власть. Такие вещи помещиков и капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих и крестьян. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако сознательные рабочие сумели объединить крестьян, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать победоносную армию. Красная армия создала невиданно твердую дисциплину не из-под палок, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих рабочих и крестьян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнета помещиков и капиталистов, от восстановления их власти надо создать великую Красную Армию Труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Рабочие и крестьяне должны доказать, и они докажут, что правильное распределение труда, что беззаветную дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без помещиков и против помещиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, бесценная энергия в труде, готовность на самопожертвование, тесный союз крестьян с рабочими – вот что спасет трудящихся навсегда от гнета помещиков и капиталистов.